Эдгар Мартиросович Севикян родился 8 августа 2001 года в Москве. Его родители являются армянами Сахалкалаки, грузинского города, населенного преимущественно армянами. Они крестили своего сына в Армении и всегда в семье говорили на армянском языке, дабы дети выучили свой родной язык. В итоге и Эдгар, и его брат Эрик умеют говорить не только на русском, но и на армянском и испанском языках. Свои первые шаги в футболе Эдгар сделал в Академии московского Локомотива. В стане московского клуба юный футболист всегда являлся одним из лучших среди своих сверстников, за что и привлекался в юношеские сборные России различных возрастов. Например, за сборную до 16 лет он в 12 матчах забил 8 голов, при том, что никогда не был чистым нападающим.